следующем году в регионе будут открыты новые специальности. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказала заместитель руководителя областного управления образования Алима Акылбек. Подробности в материале нашего корреспондента. В своем послании в этом году президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев объявил 2025 год годом рабочих профессий. В связи с этим в регионе был разработан и утвержден план мероприятий, направленных на реализацию инициативы. Этот план включает в себя широкий спектр действий, направленных на популяризацию рабочих профессий, развитие соответствующего образования и подготовку квалифицированных специалистов, что в свою очередь поможет улучшить кадровый потенциал региона. У нас в регионе функционирует 38 колледжей. Из них 23 государственных, 15 частных колледжей. Готовим мы специалистов по 101 специальности. Общее количество студентов составляет 19 966 студентов. Из них 16 747 студентов обучаются по госзаказу. Что касается итогов 2024 года, то выпуск у нас составил 4936 студентов. Областное управление образования совместно с региональной палатой предпринимателей Атамекен и акиматами районов и городов определило потребность в кадрах на следующие 4 года. На 2025-2028 годы потребность у нас составляет 20 678 мест. Наибольшее количество госзаказов у нас выделяется по отрасли инженерии, обработка и строительство. В этом году у нас 2700 мест выделено, в связи с тем, что вы знаете, что наша область именно развита в этом направлении. И ежегодно у нас госзаказ увеличивается, количество госзаказа. В этом году у нас выделено 6630 мест. На следующий учебный год планируется выделение госзаказа на 7130 мест. Также с учетом реализуемых в области инвестиционных проектов с 2025 года планируется открытие новых специальностей, таких как сметное дело в строительстве, логистика, дистанционно управляемые авиационные системы, возобновляемая энергетика, организация авиационной энергетики, эксплуатация водного транспорта, защита в чрезвычайных ситуациях, цифровая техника, эксплуатация сельскохозяйственной техники, техническое обслуживание и ремонт и другие. Мирас Абитбеков, Каусар Идаятқызы, Елнур Нурайханов, Алтай Ақпарат.